52-летняя Памела Андерсон, Памела Эндерсон, удивила поклонников скоротечным браком с 74-летним голливудским продюсером Джоном Питерсом. Оказалось, что причина поспешного решения выйти замуж кроется в состоянии модели, в котором она пребывала накануне свадьбы. Звезда сериала «Спасатели Малибу» знакома с Питерсом более 30 лет. Однако Андерсон могла бы так и не обратить на него внимания, если бы не стечение обстоятельств. По словам друзей актрисы, она месяц провела в Индии, где духовно очищалась. Когда Андерсон вернулась в США, ее переполняла любовь. Ее сердце было открыто. Но оглядываясь назад, даже слишком открыто, цитирует слова инсайдера издания Page Six. Джон попал в этот момент, поэтому на его предложение выйти замуж Памела легко согласилась. До тайной свадебной церемонии, которая состоялась в Малибу, актриса и продюсер провели вместе всего 3 дня. Голливудская секс-бомба практически сразу пожалела о своем поспешном решении связать себя узами брака, поэтому и ушла от супруга уже через 12 дней. Они были мужем и женой лишь 1,5 дня, когда она поняла, что не может быть с этим человеком, поделился источник. Памела старается держаться вдали от шоу-бизнеса и концентрироваться на своих благотворительных проектах, в то время как Джона интересует слава и публичность. Кроме того, модели не нравилось, что муж слишком властный. Памела чувствовала, что он расстроен тем, что она хочет сохранить свою финансовую независимость. Он уже начал подбирать ей роли в фильмах, над которыми работает. А она этого совсем не хотела, добавил источник из окружения Андерсон. Памела и Джон не успели оформить все необходимые документы, поэтому их брак не имел юридической силы. Они обойдутся без традиционного развода, их брак просто аннулируют. Памела заявила, что пока они с Джоном поживут отдельно, чтобы понять, чего хотят друг от друга и от жизни. Модель не устраивает ее фигура, и сейчас она пытается набрать вес. Сын Памелы Андерсон признался, что страдал от алкогольной зависимости.